где-то в космосе летит голубой метеорит. Ты идешь, а он летит. Ты бежишь, а он летит. Ты помалу подрастешь, сносишь 10 пар калош, прочитаешь гору книг, станешь астрономом, и однажды вечером ты пойдешь к знакомым. Вдруг репродуктор говорит: в тайгу упал метеорит. Весь мир взволнован, мир шумит. В тайгу упал метеорит. И скажешь ты своим друзьям, простившись со столицей: я не приду сегодня к вам, я срочно вылетаю сам с одной из экспедиций. Тебе сегодня 8 лет, перед тобой весь белый свет, но где-то во вселенной летит, 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 летит твой голубой метеорит, подарок драгоценный. Так вот, пока он мчится, поторопись учиться.